кулаки назад, с выходом стой. Сразу встаем на ноги. Поехали. Руками отталкиваемся из-за головы. Хорошо. Желательно, чтобы самые трудные элементы, самые трудные приемы тренер показывал сначала сам. И только после этого к их выполнению приступали обучаемые. Акробатика как элемент разминки является первым и важнейшим элементом обучения самостраховки, обучения падению каждого бойца. Здесь мы вам показываем последовательность обучения прыжкам в высоту и в длину. Ноги пошире. Свои. Как видите, первый элемент, когда обучаемые делают кувырок через партнера, лежащего на полу. Второй элемент. Партнер стоит на четвереньках, и обучаемые совершают маленький полет кувырок через него. Как только тренер убедится, что обучаемые правильно выполняют движение, он ставит второго бойца, увеличивая тем самым дистанцию полета кувырка.